перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Не арамская, арамская, здравствуй. Тебе, йоу, чел, пишу тебе из джунглей. Здравствуйте, 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 ребята, столько здравствуйте. Вот, какие новости, что скажете? Мы пока что не топовый эфир, и пока эфир не будет топовым, мы не раскроем ни одного инсайта. Возможно, этого не произойдет вообще, если эфир не станет топовым. Кстати, я должен же чувакам показать камеру, да? Или не должен? Должен. Сиди здесь пока, ладно? Посмотри на Ксюшу. Нет. Ну так-то норм. Сейчас, посиди пока. А вот, не надо далеко ходить. Спасибо, братан. Твоими силами, поддержкой и верой в меня. Мы таки купили эту камеру. Blackmagic Pocket Cinema Camera. Только посмотри. Это же просто безумие. Это как iPhone, блядь. Вот. Я еще далеко не совсем разобрался. Зачем так с волосами? В смысле? А, немножко дисторсия объектива есть. Зато у того нет, да? Ну, это ширик. Ширик упростительный, да? Улыбнись. Не-не-не-не-не. Нас ждет определенно точно контент совершенно нового типа. Это безумие. Это просто безумие. 430 человек. Вот это да. Диафрагма. 1,8. Боже мой. На ширине 12 миллиметров. 1,8. Нет, лгу, 2,0. Да, 2,0. Что тоже весьма неплохо, согласись. Да. Безумие. В общем, спасибо всем, кто участвовал в сборе средств на эту камеру. Напомню, это не просто камера, это кинокамера. Кинокамера. Я прошу вот этот префикс обязательно запомнить. Blackmagic кинокамера, Pocket Cinema, 4К, 60 кадров в разрешении 8 миллионов FPS и 32К. Это, блядь, не шутка. Можно ли воды, спрашиваю? Конечно, можно. Есть вода? Mm-hmm. Есть. Приходи. Так. Все, ребята, зная это, мы будем делать кино. Что с качеством? У этой камеры безумное качество. Типичная инстаграм-модель. Я? Инстаграм-модель? Нет. Посмотри мой контент, я по трубам ползаю. Хоть одна инстаграм-модель ползала по водосточным трубам, а? Нет. Всем привет, подписывайтесь на меня, не надо. Ты про что? В смысле, блять? Про что? Ты вообще не следишь за беседой, да? Тебе не очень интересно это. 500 человек, Ларин не в моде. Ларин. Ларин однажды, Ларин навсегда. Ларин умеет ждать. Запомни это. Что за реклама? В смысле реклама? Мы вообще-то собирали на эту камеру всем миром, а ты мне тут рекламу какую-то говоришь. Какой у тебя телефон? Не буду. Скажешь, что реклама. Не буду говорить. Ёбаный. Почему ёбаный, блядь? Вот одно сообщение человек отправляет, пишет ёбаный. Вот задай хоть какой-нибудь вопрос нормальный, чтобы я ответил. Мы поговорили, обсудили. Ты там смайлики свои накидал, если согласен. Типа, получил ответ, я не знаю. Так это работает. Постригся, да, постригся. Не просто постригся. Не просто постригся. Покажи татухи. Нет, не буду. Приходи в гости, покажу. Хвостик. Хай, псина, и тебе хай. 30 миллиметров объектив. Нет, он как бы 12 миллиметров, но с учетом кропа, кроп-фактора 2, да, мы имеем 24. Но это широко, это прям широко.
Плюс есть объектив 45 мм, который привет кроп с 90. Но это вообще очень крутой портретник, и вот мы уже кое-что подсняли, да? Для... Нельзя так говорить про... Ладно, они все уже поняли, наверное. Хей, поняла, зато... Нихуя не понимаю, ладно. Дима. Ну что я снимал вчера для этого? Андрей, передайте слово. А-а-а, вот и я. А, иди нахуй, пишет мне Ку-ку Лестер. Ку-ку Лестер, я тебя не знаю. Мне безразличны твои вбросы. Я не хочу быть гостем, Ларин. Не хочешь? Не приходи. Здравствуйте. Давно набил венок на голове. Вчера. Как тебе? Норм? Блин, можешь мне принести табачок, а? Пожалуйста, он в куртке. Он где-то здесь. А, поддерживаешь общение с какими-то блогерами? Да. Еще поддерживаю общение с некоторыми музыкантами. Потому что моя жизнь теперь не ограничена исключительно лишь блогингом. Мы делаем разные вещи. Тупо игнор. Тупо игнор? Ты же не моя тёлка, чтобы отвечать тебе. И, во-вторых, я не успеваю на все вопросы их просто прочитать. Понимаешь, ты тупо игнор говоришь. Canon 200D для видео норм? Нет, Canon 200D для видео не норм. Если ты хочешь бюджетный вариант какой-нибудь, то возьми кропнутую беззеркалку от Sony, типа этой, типа Sony A6300 или A6000. Лучше A6300. Она там порядка 25-30 стоит, но уже можно сделать любого рода контент, вплоть до видеоклипов. Ну, либо, если чуть больше денег, можешь посмотреть в сторону Sony A7, первый Sony A7. Full frame, динамический диапазон, работа в темноте, ух, крутая штука. А мы пока переходим на кинокачество. Всех гостей зовешь, конечно. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Почему не отвечаешь? В смысле отвечаю? Мне вопрос задали про свой дом, я спел. И это не пение называется. Ты что там закручиваешь? Самокрутки. Потому что содержание табака в классических курительных изделиях, оно мешается еще с содержанием химии. Рафаэл, вместо 1000 слов. Сейчас съем Рафаэл и буду молчать. Ларин, хеллоу, привет. Всем привет. Привет всем нашим. Нужен фит с Гориным. Я вообще не против фитов. Я исключительно за. Миша, не выделуйся. Долбоёб, посоветуй книгу. Блять. Лень, иди в комнату. А? Да с кем угодно. Хотя... Знаешь, что я про кино говорю? Нет. Ладно. Не кури, дети смотрят, так не смотрите. Ну, типа, я вижу, бросаю, я перехожу на все менее агрессивные зависимости. Уже самокрутка, уже не сигареты химозные. Понимаешь, я же тоже работаю над собой. Выйди в окно. А кино? А? Ой, вычурку забыл, да. Гоу на квартирник у Маргулиса. Рок это круто. Если ты об этом. Сделай мне самокрутку. Я готов сделать самокрутку сейчас и сделать закладку в Питере с моей самокруткой, поместив ее в непромокаемый герметичный сосуд. И кинуть геотег в Телеграм. А? Че? Почему? Нет, я сделаю самокрутку, сейчас изготовлю своими силами. И потом заложу закладку. И закладку, соответственно, отправлю в Телеграм-канал. Может, туда что-нибудь закрутить? Открыточку. Что закрыли? Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. Пишет ASMGN.R.
Холодно, однако, да, мы только с улицы. Ты барыга самокруток. Я не барыжу. У меня правило такое. Папа сказал, не барыжу никогда, я не барыжу. Слышал последнюю песню Мирона и Порчи и Дан? Нет еще. Надо послушать, спасибо, что сказал. Привет, поздравь, пожалуйста, Ермачкову Алину с днем рождения. С днем рождения, Алина. А, Ларин любит деньги. Нет, если бы я любил деньги, я бы делал реакции, покупал бы себе дорогие пылесосы. Это человек, который пропагандировал здоровый образ жизни, вегетарианство и затирал, что тату хуйня для дебилов. Это другой человек. Я не понимаю, блядь, когда ты говорил вообще, что вегетарианство это полезно? Вообще, да, типа, я вегетарианствовал для себя 4 года. Если ты потянешь хотя бы полгодика, то будет мне с тобой о чем поговорить. А пока ты сидишь и жрешь в Бургер Кинге свои котлеточки, сиди и не выебывайся, понимаешь? Почему ты думаешь, что ты не ел, потому что животных не ешь? Чтобы вы понимали, я ходил на охоту, стрелял в водоплавающую дичь, был вегетарианцем. Тут немножко другое. Это не связано никак с уничтожением экосистемы, блядь, и любви к животным. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, твой телеграм. Телеграм-канал? Ларинпост? Ларинпост. Я телеграм, чтобы письма писать. А, письма любовные. Я скоро сделаю абонентский ящик. Письма любовные? Да, буду читать письма любовные на камеру. Потом кто-нибудь тебе пришлет... Пакет Сиберспезы? Да. Самокрутки твои. Ну, мне кажется, зачем тебе абонентский ящик? Абонентский ящик, чтобы... Чтобы что? Люди что-то слали. Нет, портрет я себе коллекционирую. Когда фит, сука. Вот ты не знаешь и пиздишь, понимаешь? А фит уже может быть есть. И не с одним. So soon. So close. Ларин, когда новый клип? Скоро. Вот на эту камеру, пожалуйста. Blackmagic Vlog Cinema камера, их всего 4К, их всего 32К, их всего 3, по-моему, в Питере. У меня в одной из первых. Шаришь? Теперь наш контент будет совершенно безумный. Еще раз спасибо всем, кто скидывал на стримы. Все деньги мы тратим очень рационально. Никаких лишних трав. Ты похож на Мариарти из Шерлока. Хорошо, что хоть не на торговца кокаином. Нравится Беларусь? Да, мне Беларусь нравится. Что не на Шерлока? Мне так не нравится этот актер, он уродливый очень. Камбербэтч? Почему-то он всем так нравится, мне кажется, он похож на инопланетянина. Так в этом и красота. Шерлок не от мира сего. Ларин заебал харе курить. В смысле, это одна самокрутка всего лишь, я просто растягиваю. А, тебе хвостик идет, спасибо. Кеос, отношения с Эльдаром, Джарах. Да, обычные, нормальные, без агрессии, самое главное. Предал свои же стандарты. Если ты меряешь человека как машину, робота со стандартами, то у тебя проблемы. Ну да. ГТО. ГОСТ. ГТО. Ой, блядь, я тупая. Готов к труду и обороне. Вообще готов к труду и обороне. ГТО. А Оксимирон сейчас в Питере, знаешь его? Слышал, да. Самураем не думал стать, я уже. А почему ты стал таким уебаном? Хороший очень вопрос. Философский вопрос. Мама, не пиши мне в общий чат. А, да, ну скажи, Павел, про привет, вот сказал. Камбербэтч крут, согласен. В РФ запрещено курить траву, а ты зачем куришь ее? Я не курю траву, братан, ты чё? Трава убивает концентрацию и какие-то позывы. Не знаю, меня она немножко демотивирует, я стараюсь не курить траву. Гоу ебаться, я тебя не знаю. Не ебусь тем, кого не знаю. С наступающим. Спасибо, милый. Сердечки, как мило. Дим, ты реально веришь в то, что власть не пох на какие-то инициативы? Наша задача попробовать вытащить их на какие-то изменения. Если, понимаете, многие недооценивают силу медийного дискурса, скажем так. Если по ТВ, в интернете и еще где-то хуячит такая тема, что это все пиздец, у нас есть бумаги и все такое, давайте, вот вам инициатива, давайте что-то менять, то, блядь, это все равно должно поменять что-то. Либо хотя бы как-то назовите мне. Это важное дело. Будут стрелять по мне, зацепят вас. Как ты к Алишерке относишься? К Алишеру? Такирович, хорошо.
А, передай привет мне. Привет тебе. Лагает. Не знаю ничего. У меня все норм. Когда новое тату? Пока не знаю. Пока не знаю. Не самая лучшая жизненная ситуация сейчас у моего мастера. Илье я передаю пламенный привет, шатаут и все такое. Как новый альбом My Waves? Еще не слышал, но My Waves в целом мне нравится. Что собираешься делать после музыки, когда надоест? Фильмы снимать. Блять, а что, Рома Жиган, он снял фильм, молодец. И по кинотеатрам, скорее всего, пойдет. Думаю, чем я хуже? Что? Слышно это. Да? Сообщение. Где? Ксюша, сделай Ксюше парное тату. Ты под глазами набей хана, Ксюша замай. Лол, лол. Смешно. Скоро видос у Давида выйдет про Думу. Я домонтирую. О, спасибо. Монтировать это хорошо. Класс, шатаут, все, ждем, 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 ждем. На всех площадках. Люди должны знать об этом. Давай познакомимся и будем ебаться. Алена, Елена, ты все никак не отстанешь, да? Ты общался с Мироном Яновичем? Нет, не общался. Привет, постригся, блядь. Я постригся. Я, вот ты учись писать, я начну тебя понимать и отвечать. Гоу играть на укулеле, це круто. Ладно, в следующем эфире я возьму с собой укулеле, обещаю. Привет. Ты будешь сама? Буду. Чего-нибудь. Похорошел. Это все. Влияние Петербурга. Здесь люди красивые. Красивые. Твой рост 182. Нет, мой рост 180. Ебаш, Дима, ебаш. Спасибо. Спасибо. Елена, это все ты. Спасибо. Поддержку я всегда ценю. Это приятно. Ксению когда кинешь? В смысле? Зачем? 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 Тебе такое же пишут, да? Типа, когда Диму кинешь? Блять. Слава Украине, всем слава. Лол, я люблю писать лол, молодец. Ларин, будешь делать что-то? Конечно, буду. Можешь предложить мне, где ее набить? У меня есть тут космонавт, тут лисица, тут DMT, тут всякая хуйня. Ну как Сантамуэрт, фракталы. Здесь тоже что-то есть, по-моему. Вот надо еще. Найс хвостик, спасибо. Видишь, людям нравится. Часто играешь? Во что? На укулельке, ну вот в последнее время мало, но я думаю, что надо снова заняться музыкой, именно вот на струнных, а то я все, рэп, кричу, привет, пошел нах, респект. Какой зачесон огонь, красава. Воу. Бля, как ты изменился в жизни? Как я изменился последние 10 лет? Хорошее дополнение. Привет, с Перми. Привет. Щетина топ. Да, да, согласен. Есть водительские права? Не, я не люблю машины водить. Мне не нравится сидеть на передних сиденьях. Мне кажется, что это какая-то неоправданно опасная хуйня. Вы знаете, сколько людей умирает ежедневно на дороге? Курил траву хоть раз в жизни? Было. Да, курил траву. Да, угу, было. Передай привет, пожалуйста. Привет. Серега Моисеев. О, Серега, привет! Серега, здорово! Рад тебя видеть. Шатаут, Сереги. Когда Ларин против, но Ларин против. Зачем? Как ты, Моргенштерн? Молодец, ну и ебланище. Я? Еблище. Еблище и ебланище. Пиздец. Что ты думаешь про такие группы, как Пасош, Буйрак? Спасибо. Я такой Буйрак слышал. Вроде норм. Поедешь на концерт Металлики, Бон Джови? Нет, денег нет. Это все дорого, блядь. Я лучше... Да. Нихуевая чика для чпоканья. Это про меня, что ли, блядь? Ебать. Обратись к своему бате. Ларин изменился всего лишь за 31 год. Привет, я тоже рад тебя видеть. Взаимно. Ты топ. Спасибо. Слабо крутить. Спасибо всем, кто здесь. Ты купил траву? Нет. Ты купил ка... Блядь, почему? Ты купил ка... Да, ребят, да. Кто... Все, кто пропустил, вот она камера, вот она, видите? Все, я очень благодарен всем, кто скидывал мне шекели, помог с частичным приобретением. Я потратил еще полтинник на объектив, вот на этот, кстати, вот на этот объектив, блядь. Ксюша мне подарил на день рождения объектив, и
Итого у меня уже два. Один портретный, второй Ширик. Вот он. И мы будем делать кино. Смотри, их выглядит. Это же просто безумие. Футуристичная абсолютно вещь. Все. Минутка хвастовства закончилась. Надо же мне отчитаться как-то. Ивангай восстал вроде как. Что скажешь про него? Ивангай молодец. Зачем стену у Соболева забрал? Он что, узурпировал себе кирпичи? Нет, не думаю. Будет чат-рулет. Возможно. Как много то тут ты хочешь еще сделать? Чтобы не было пустовато. Странно, я думал, ты умер. Угу, я тоже. Что думал о Хаварине? Не думаю. Сделай чайку от души. Давай чайку поставим. А есть здорово, да? Да. Стаканчик уже. Стакан? Да. Расскажу, что Дуров ответил. Паша Дуров исключительно конструктивный чувак. Говорит только по делу. И, в общем-то, по делу мы и говорили. Получил все данные. Понял о ситуации в российском Ютубе. И я очень рад, что я хоть с кем-то поделился этой информацией. Вот скоро дам срез данных, репортов, 16 тысяч репортов, которые у нас есть, передам для дальнейшего расследования. Пусть, может быть, кому-то это кажется странным, но отрицать человеческий фактор влияния я просто уже не могу. Я знаю, что есть извне давление. Никогда не хотел дружить с Мироном, никогда не хотел... В смысле... Я вообще, знаешь как, вот дружба это... Может быть, приятельские отношения, да, дружба это все-таки нарабатывается годами, понимаешь? Я так считаю. Сложный вопрос. Передай привет Кириллу. Передам. Дима, сначала альбом, потом ролики? Ах, нет, параллельно все идет. Спасибо за стаканчик. Наливаем неизведанную черную жидкость. Общаешься с Соболевым? Зачем? О чем? Когда? Почему? Я общаюсь только с Папошей. Go fit с Моргенштерном. Go. Алишер, go fit! Это тату на лбу. Да. Ты мой любимый блогер, а ты мой любимый зритель. Йоу, привет, мемчиков. Что значит для тебя DMT? Дайджест моего тела. Как относишься к каше? Нормально, хорошо, молодцы. Ну что теперь будешь копить? Хороший вопрос. Цель достигнута? Не знаю. Мне бы этот. Я хочу, чтобы у меня реал-тайм монтаж, цветокор, 4К видео происходил без задержек, поэтому я хочу себе новый Mac, но на него я уж не буду собирать, у меня совести не хватит. Я буду копить сейчас, работать, заработаю денежек, куплю себе супер-супер навороченный Mac, как у Кашина, и буду на нем хуячить. Но в принципе и этот можно восстановить, который у меня стоит. Здоровый, здоровый. Да, Ксения, привет, тебе привет. Ты знаешь их? Мне надо покраситься в рыжий и записать фит с Лешером. Блядь, для того, чтобы записать фит с Лешером, ДК можно и не краситься, я думаю. Или это требование райдера. Будет ли что-то из старых форматов на канале? Да. Да, будет. Уже поставил новогоднюю елку, уже и кот ее перевернул. Кстати, как в прошлом году, клип перед НГ какой-либо выйдет, кстати. Да, выйдет, возможно. Каким путем зарабатываешь сейчас? Сейчас я разгружаю вагоны ночами. Он вам не Димас. Накопи на пепси нормальную и не пей эту неизвестную жидкость. Ладно. Как относишься к творчеству Летова? Нормально. Я некоторые песни до сих пор наизусть знаю. Потому что я их играл, когда учился на гитаре играть. Рок-н-ролльщики того времени очень посредственно играли на гитарах относительно их западных коллег, потому что гитары были отстойные, и они вкладывались больше в лирику. А бой там был часто очень примитивный, с скучными аккордами. Какой-нибудь галоп, блять, вот там Янка Дягилева, Летов, играли вообще очень просто. Поэтому мой выбор тогда и пал. Мне было 22 года, я взял гитару в руки впервые в 22 года. И вот начал на ней играть, и эти песенки, и пел, и вообще... Крутые ребята, в свое время очень крутые. Сук, всегда ночью стримишь, заебал. В смысле? Ты чё? Петропавловске-Камчатском? Будь здорово.
сохранишь лайв. Зачем? Он не содержательный совершенно. Бессмысленное говно. Вопросы такие, ну, не особо. Вот если ты что-нибудь сделаешь крутое, и да, почему? Виталий, и тебе. Вы чёстка новая? Нет. Помылся просто. Вот так вот помылся. Выпал немножко. Пёс, ты гоняешь на коньках? Да. Вчера ходил на коньках. Спасибо. Присоединяйся к нам на льду. Где ролик? В процессе. В процессе. Вот на эту камеру. Вот, снимаю уже. Всё. Пиздец. Тест. Прикинь, там вентилятор внутри стоит, внутри камеры, вентилятор, отсюда идет выдув, а отсюда забор воздуха. Это очень странная конструкция, достаточно футуристичная. Офигенная притча, спасибо. Дюрал все равно перезабьет. Да бог ему судья. Который час у вас? Сколько у нас на часах? 23? 7. Блин, мне сегодня еще надо коллегу идти. Олег, если видишь, я к тебе приду. Сигарет тупею, как бросить курить? Начни, переходи на самокрутки потихонечку, потом бросишь. Че с Юликом не общаешься? А о чем? Попозже свободная? Ну, очевидно. Утренняя звезда, кто уважает, он ж нище. Че, блядь, не понимаю. Можно попасть к вам на вашу прыгскок команду и снимать видео. Ха, не так все просто. У нас очень жесткий отбор. Надо не выпить немножко крови змеи. Отжаться на кулачках 800 раз, придумать скетч, и вот, в общем-то, на первых двух уже люди отваливаются. Что думаешь о зависимости к другому человеку? Это наболевшая проблема для сегодняшнего общества. Я считаю, что институт брак надо пересматривать. Вот, зависимость бывает человеческая, да. Эта татуировка на голове, я подумал, накладка. У нас все по-настоящему. У нас все по-настоящему, братан. Все. И стендап на тему френдзона, да. На тему группы Галата. Почему ты сделал татухи? Ты же был против. Я же был против, да. А, блядь. Дим, привет. Век 800 плюс 5. Так, ладно, я потом тебе камп читаю. Что ты считаешь насчет игр? Я в FIFA играю 2017, потому что я купил бэушную в Екатеринбурге. Это чокер, ну, нет, это не чокер, братан, это не чокер. Не ври, это переводилка. Да, это переводилка. Уговорил. Видишь, у меня везде переводилки, блядь. Пласибо МП4. О, кто-то кидает кэш, кошелек биткоина. Ну, а теперь не против. Дели вопросы про тату. Надоели, да. Прям пиздец. Но у меня чугунный ножок, мне похуй. Че думаешь, провожу группу из по iSpeak? Вот ты, блядь, напиши нормально, хотя бы ничего не понятно. Это нормально, мне нравится звучание. Ты под спидами пишут. Наоборот, братан. Я умиротворен никогда. Я не принимаю химические наркотики. Я считаю, что они в Новосибирске. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Что скажешь о Маране Батори? Я с ней не знаком. На вид пиздец, но человек, возможно, хороший. Мы же не вешаем ярлыки, понимаете? Мы оцениваем по существу. Привет, да, прошлый эфир, он подвис, и я не знаю, что случилось, возможно, это как-то связано с моим походом в Думу, и сложно сказать. Поэтому я вот как бы... Ой, хэбмар. Поэтому я перезаписал. Почему с Ильей Махоуном больше не общаетесь? Мэдисоном или Махоуном? Я не общался ни с одним Махоуном никогда. И вот, может быть... Будут ли еще клипы уровня 30 лет? Конечно, будут. Будут и лучше, я думаю. Ну, 30 лет прям заебался, да, согласен. Хороший визуал.
По звуку, конечно, есть вопрос. Я бы сейчас по-другому прочел и написал бы, наверное, но что сделано, то сделано. Я еще буду вспоминать потом эти дни. Что ты делал в Думе? Я отстаивал твои права, между прочим, если ты не знал. Вот так вот, если в двух словах описать, я отстаивал твои права. Надеюсь, ты когда-нибудь оценишь это. Она мне ночью заменяет солнце. Смотришь видео Ларина за 14-16 год, словно со старым другом общаешься. Старый друг лучше, но был... Вот хороший вопрос. Вот понимаете, чем отличается обычный зритель от Глеба Мемчикова? Глеб спрашивает, был ли в Думской столовой? Глеб, я был в Думской столовой, там хуёво готовят. Очень плохо, но дёшево. И я не знаю, почему дёшево, НДС, может, не берут с них, я не знаю. Мы были на первом этаже в столовке, есть как бы лухари еще там, бутерброды с черной икрой. А мы были там, где салатик из капустки, бокал нарезка фруктов такая, там яблочки, бананчики, котлетки киевские, борщец. И ешь стоя, блядь, в Думской столовой. Ну, видимо, для плебса. Короче, там столы такие на уровне этого, ну, на уровне... Короче, чтобы хрючево потреблять стоя. Вот такое. Специфическое место. Можно разных ребят видел. Ты накурился, что ли? Блять, один говорит, накурился, второй говорит, на спидах. Это, ты понимаешь, что это принципиально разное Очень состояние? Это умножает на состояние просто сегодняшнее. Смотри на них. Покажи ее. Нет, сейчас она взбодрилась, блядь. Слишком громко смеялась. Кошка, она выключалась немножко, подключалась к матрице. Подпитывал новую эту модель поведения. Сейчас я пробую ее в теперь подключить. Ну так и живем. Рэп заебал, согласен. Согласен, нам музыкой заниматься. А, как там Моргенштерн, какие у вас отношения с ним? Хорошие, как не знаю. В последнее время. Не видимся. Трон хорош. Да, да. Если кому-то нужен трон за 30 тысяч рублей, забирайте. Пока со скидкой. Мясо стал есть, закурил татухи. Да, качусь, блядь, по наклонной, пиздец. Ебать ты зоживец. Спасибо, спасибо. 100 метровка за 10,2. Как это такое? Неплохо, по-моему. Рэп для деградантов? Нет, рэп сейчас разный. Рэп становится очень изящным местами. Ритмичнее становится. Концентрированнее, что ли. Но, ладно, об этом позже. Не нравится новый цвет волос? Тебе нравится цвет Ксюши волос? Да, нравится. По-прежнему Макбарин, по-прежнему, да. Готов забрать трон через 2 месяца. Через 2 месяца он будет стоить 50. Он в принципе стоит 50, но сейчас я отдам тебе его за 30. Напиши мамке, спроси у нее денег. Go на вейп делать переход. Не-не-не-не-не, вейп это... Мне не нравится. Ты ведешь в одно и то же время с Пашей Техником. Хуй знает между вами, кем выбрать. Выбрал тебя пес. Хороший выбор. Но, в принципе, ты можешь немножко посидеть у меня, потом к Паше, потом снова. И как бы ты прыгаешь из питерской квартиры. Вот в квартиру в Москве Паша Техника. Он там же сейчас. Паша, привет, если смотришь. Хотя как он может смотреть? Передайте ему привет. Передайте, вот сейчас отпишитесь кто-нибудь. Не отпишитесь, а выйдите из стрима и напишите Паше, тебе Ларик привет передает. Шатаут. Прямая цитата. Да, я вижу, что 2 человека сейчас вышло, написали Паше Технику. Я забираю за 30к, что делать? Напиши в директ. И сфотографируй деньги. И в принципе самовывоз. Боже, какие аборигены, всякую гадость пишут. Ну, блядь. Бля, моя мечта просто познакомиться с техником, пишет Глеб Мемчиков. Да, оно того стоит. Паша заряжает энергией. Макбарен круто узнал о нем от тебя. Ладно. Ларин, скажи привет, если не хочешь купить вейп. Не хочу, привет. Шалом, здравствуйте. Здравствуйте. Так, кто там? К нам. Это самое...
Мы ожидаем ее. Астрология, суеверие или наука? Я не верю в астрологию, мне не нравится. Дима, что с тобой стало? Что за татуировки? Хороший вопрос, главное, оригинальный. Куришь для понтов? Курю, потому что зависимость. Это ужасно. Когда фит замаем? Бля, хорошая идея. Надо время писать. Давно у тебя тут? Какие сики предпочитаешь? Не курю сики. Звук глухой стал. Ой, что со звуком? Вот и... Ладно, я отключу зрителей. Все, я отключил зрителя. Она не подключалась. Тест 1, 2, 3. Как слышно? Тест. Хочу замуж. Зачем тебе это? Семьи сейчас пересматриваются, блядь. От начала и до конца. Ты хочешь замуж. Все не хотят замуж, ты хочешь. Зато мы с этим будем. Пригласи Пашу Техника на стрим. Лагать будет. Что думаешь о легализации проституции? Да можно. Хуево слышно. Картинка какая-то странная стала. Как бутылки звук. Мы попробуем. Да? Моей маме день рождения. Поздравляю твою маму. Застыл. Блядь. 2К 18 век. Почему у нас такие тормоза? Чего больше, кстати? На экономит энергии. Бля. Ладно. Спасибо за внимание.